В последнее время идет ужесточение законодательства РКАП и в уголовном, и в гражданском направлении. Государство рубит с плеча. Вот принимают законы без изучения общественного мнения. Это касается и законов о клевете, досрочной конфискации имущества, донорства органов, травматики и многое другое. Форсируют по всем фронтам. Опасная затея. Не переусердствуйте, господа элитные. Не стоит чересчур закручивать гайки на шее у народа. Резьба сорвется. История казахской государственности была переполнена трагическими событиями. С самого начала у нашего народа с успехом отнимали свободу и честь. Кровь и слезы сопровождали нас веками, но нация, которая была рождена под знаменем свободы, сегодня вновь разделена. Мы должны найти компромисс между свободой и единством, но не жертвуя чем-то из них. Казахстанские порядки удивительны, слов нет. Там коррупция, там взятки, только совести в них нет.